далеко, далеко. Нардинки! Я велел извозчику остановиться у ворот Марфы Мариинской обители. Там, во дворе. Устремила взгляд темных глаз темноту. Будто как раз на меня. Не ждать. Не пытаться искать. Видеть. И мы медленно потянулись вверх в лифте. Вошли. Ночное тепло. И тишину квартиры. Нет. Я думала. Не гожусь. Больше не заговаривал о браке. Наша неполная близость казалась мне иногда невыносимым. Кто же знает, что такое любовь? Я знаю! Довольно! Ты в 3, в 4 часа ночи я отвозил ее домой. Ведь завтра уже чистый. Жила она одна. Стояла дорогое пианино. На котором она все разучивала медленно. И свободолически прекрасно. Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги. Гофман Сталин, Шинцлер, розовых хлебчиков, крепко прожаренные сметане. Иногда говорила. Да не могу я молчать! За одним окном низко лежала вдали. И опять весь вечер говорил только о постороннем. О новой постановке художественного театра. Покажи же мне путь, назови мне страну, где прошедшее я прокляну. Великий обжор и умница. Черт вас знает, кто вы. Сицилианец какой-то. Сказал он сон. Давай мне руку в черной лайковой перчатке. Господи, владыка живота моего. Хотите поехать? Я... Тяжелее. Гремели переполненные, ныряющие трамваи. Во всяком случае... Вы у меня первые. Итальянские соборы. И что-то киргизское в остриях башен.
не было, ни души. Пленительный, бархатисто-пунцовыми губами рот был оттенен темным пушком. И она ничего не противилась, но все молча. Я поминутно искал ее жаркие губы. Марфа Мариинская обитель. Я засмеялся, опять в обитель. Весь день службы! Ох, уйду я в монастырь, какой-нибудь самый глухой. Я свободен. Спокоен. Не знал, что вы так религиозны. Это не религиозность. Я не знаю, что. Я русская летописная. Русские сказания. Так люблю. Только не шибко, Федор. Правда? Слушаюсь. Где-то... Янтарь щек слегка разовел. Чернота райка совсем слилась со зрачком. Я не мог отвести восторженный глаз от ее лица. Где в углу на черной доске иконы Богородицы Троеручицы горела лампадка. Как хорошо, Георгий! Да, Георгий из письма к князю Северскому. Приди ко мне, братья, в Москву и повели устроить обед Силен. А в Чудовом? В Чудовом еще лучше. Я прошлый год все ходила туда на Страстной. Ах, как хорошо было. Везде лужи. Извините, господин, у нас курить нельзя. Представиться им в един день. И сговорились быть погребенными в едином гробу. Завтра капусту художественного театра. Змею в естестве человеческом. Вы же сами говорили, что не знаете ничего пошлее этих капустников. И пошла к выходу. Говоря не то шутя, не то серьезно. Пианино звучало началом лунной сонаты. То повышаясь, звуча тем дальше, тем все томительнее. Нежного, полного начала груди. Сверканием алмазных серёжек. Тщетные были бы все усилия, но крылья ей. Качал, поднял бокал. И сделанный мрачной жадностью, глядя на нее, сказал своим низким актерским голосом. Царь-девица, шамаханская царица, твое здоровье! И она медленно улыбнулась и чокнулась.